Вас приветствует Алена Ариес. Узнайте, кого и что ждать с минуты на минуту. А на моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. Чего ждать с минуты на минуту? Ну, во-первых, денежки. Причем денежки заработаны. Это может быть зарплата, премия или, скажем, оплата за какую-то вашу услугу, вашу деятельность и так далее. Также, девочки, работа в удовольствии. Если вы как раз в поиске работы, то работу найдете. Если вы работаете, это могут быть какие-то дополнительные обязанности. Или, скажем, какая-то дополнительная работа, может быть, вообще отдельно от вашей работы. А вот еще чего ждать, это какая-то поездка, тоже будет в ближайшее время, скорее всего, по работе. Может быть, командировка, может быть, просто поездка, связанная с работой или бизнесом. Еще смотрите, знакомство или встреча с мужчиной, конечно же. Вот, хотя может быть и делового плана. Вот, поездка точно, прям 100%, потому что повторяется. Вот. Ага, мужчину я вижу серьезный, то есть знакомство или встреча с мужчиной. Это мужчина очень серьезный, практичный, деловой, у которого черные волосы, темные глаза. И кроме того, что знакомство или встреча с этим мужчиной, может быть еще и предложение руки и сердца, если описание короля Пентакли напоминает вашего мужчину. Вот. Ну и в целом счастье, радость и удовольствие.